О метеопрогнозах на четверг расскажет вам Небесная канцелярия. Вас приветствую я, Ирада, и наш спонсор – Северодвинск молоко. Делюсь своим секретом. Когда готовим блины, хотите на молоке, хотите на кефире. Главное – использовать продукцию ОАО «Северодвинск молоко». Готовлю сам, советую вам. ОАО «Северодвинск молоко». Всегда вкусно, всегда полезно. 2 марта, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью столбик термометра застынет у отметки плюс 1, днем до 2 градусов и выше 0. Облачно и небольшой дождь. Ветер южный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 2 марта Федор Тиран. Появляются первые после зимы кучевые облака. Ворона начинает строить гнездо. Считали 2 марта летоуказателем и по природным явлениям определяли погоду на летний период. Если птицы возвращаются из теплых краев к ранней весне. Укрепите свое здоровье с помощью Северодвинск молоко. Это полезные продукты для вашей семьи. Я с вами прощаюсь, а Вестник Северодвинска продолжается.